я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. Сам и выдергивай, а я пока за углом постою. Что, штанишки наделал? Смотри, как настоящий мужик это сделает. Ну-ну, мужик, чё руки? Патрулировать будет. Я? Ну-ка, все быстро по маршрутам. Есть! Иван, стой! Ты с крысами разобрался? Я приказывал сжечь, без разговоров. Сейчас бы вы... Сжечь? Товарищ командир, мы же не фашисты какие, людей живьем жечь. Пулю в затылок, это еще куда ни шло. Какие люди, какие пули? Что ты мне... Ну, вы же про беженцев? Какие еще беженцы? Ими пусть особисты занимаются. Я тебе про обычных крыс с хвостами. Развелось тут. В общем, иди выполняй. Бегом! Есть! Сеня, ты оружие новое получил? Нет, товарищ командир. Прапорщик сказал, что без вашего личного присутствия ничего не подпишет и не выдаст. Оставь бумажки. Скажи, что если к вечеру оружие не заменят, оба в карцере песни петь будете. К работам. Вот так-то. А что случилось, Андрей? Обрал случился, рук не хватает. Вот там и... Внимание, персонал! Чего это они там? Да... Эй! А что было-то? Ты чё, про заставу на мосту не знаешь? Да знаю, как...
систему пусть чинят. Точно! А то за отсутствие на посту... Да, могут и не разбирать особо. Кто здесь? И все-таки стоит проверить. Возьми отсюда. Так и простыть недолго. Что это вы прете? Опять неактивная! Что? Что? Кто здесь? Блин, или почудилось? Есть кто? Ты не выступай там! Надо, значит надо! Скажи спасибо, что собирать все это на поверхности не заставляли! Ладно, еще будут сегодня грузы? Не, это последний! Хорошо, тогда я малость перекурю. Ты там не увлекайся. Знаешь, что за опоздание к поверке бывает? Кто здесь? Черт, что это? Тихо. Мертвый. Тревога! Головы, тревога! Мужики, спокойно! Не спеша, пошли! Чисто! Ну что, у тебя? Никого вроде. Дальше. Спокойно, рискуем тебя. Найдем, все, обязательно! Ну давай здесь пройдемся. Давление синтез газа. Ну что? Пошли искать. Пошли. Прикрываем друг друга. Ага. Держите спины. А то как-то не очень. Так, двинули. Ищем. Не лезьте на рожон. Вроде чисто. Так-так. Вроде нету. Осторожно. Ага. Прикрываем друг друга. Внимательно! Тут вроде никого. Ну что, вперед помаленьку! Кто-то есть вроде. Аккуратно! Ну и... хрен его знает. Вроде нет никого. Пошли! Эй, Контра! Сдавайся! Гарантирую тебе суд по законам революционного времени!
Мужики, ну потише. Да вроде никого. Ну, чё тут? Ищем его! Что оно так тянет-то по ногам? Как не станешь?